Вот наша бортивская бровыстая с джерсиками, которые было видео про каннибалов. Если вы еще не видели его, в конце этого видео будет заставочка на то, как избавиться от каннибализма. Эти черненькие жили от них отдельно, сейчас их подсадили, но они их бьют. Может быть, их смысл назад отсадить. Вот это петушок. Им только вот немного, наверное, еще нет даже 2 месяцев. А у них уже, как видно, гребешки. То есть это порода также аутосексная. Видно уже с первых дней. С первых дней, где петушок, где курочка. Наверное, сейчас этих черненьких отсадим. Либо чуть позже, значит. Здесь у них такой дневная занычка от ветра и дождя. Вот здесь они прячутся от ветра и дождя. А там живут пока взрослые джерсики. Вот бортивская бровыстая. Красивые курочки. Несутся очень хорошо. Ну, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, держали ли вы бровыстую, барковскую бровыстую, серебряного или горна. Если нет, напишите, каких курей вы держите, какие вам нравятся и почему вам нравится та порода кур, которую вы держите. До встречи в следующих видео.